Давай ящик анонимуса откроем. Посмотрим. Монеты 16 и... Валентина Анатольевна! ВВ, значит, Валентина Анатольевна. Очуметь, сейчас мы денег с тобой тут заработаем. Не, ну эта игра просто супер, это шикарно. Вот, поехали, первый мегаящик. 82 монеты. Хуги-вуги. И что нам выпадет? Хе-хе-хе, всем привет, ребятки. Вы на канале Funny Games TV. Вышла игра Bubble Quaz. Вы просто посмотрите на это угарное описание. Почему бы и нет? По многочисленным просьбам второго Б-класса данная игра вышла в свет. Данное произведение несет в себе исключительно лучшие качества достойной игры. По всем критериям 21 века игра является развлекательной и несет в себе только лучшее. В игре имеется более 50 топовых бойцов и большое количество различных ящиков с водкой и персонажами. Ой, угарно. Короче, давайте запускаем и посмотрим, что это за игра. Bubble Quaz. Так, attention, внимание, игра создана исключительно в юмористическом характере. Что это? Так, добро пожаловать в Bubble Quaz. Кликуха на районе. Черкани сюда имя. Так, ну какую, я не знаю. Давай по традиции фига ТВ. Такая вот пусть будет кликуха. Окей, поехали. Ладно. Ух, сразу мне ящик с анонимусом. И кто выпадает? Амогус обычный. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Спасибо. Спасибо. Так, а как тут играть вообще? Так, Bubble Pass есть даже. Ай, хорошо, фига ты в это. Посмотри, какой у меня значочек. Ну, нормально, нормально. Я даже не знаю, что поставить, ребят. Какой значок себе поставить? Ладно, поставлю вот такой пока. А потом почитаю ваши комментарии и что-нибудь другое. Так, бойцы, кто у меня есть? Только Амогус есть сначала. Так, а где мне ящики взять? Играть, бойцы. Магазин, ты посмотри. Ух, я могу ящик анонимуса открыть. Ящик Dungeon Master'а. Мега ящик. Ох, нифига себе. Так, валюты у меня нету, ничего нету. 50, смотри. Ящик с Леоном смогу сразу открыть. Особая акция. Прикольно. Ну ладно, давайте классический ящик или ящик анонимусов. Давай ящик анонимуса откроем. Посмотрим. Монеты 16 и... Валентина Анатольевна! ВВ, значит, Валентина Анатольевна. Ах, хорош. Так, ящик Dungeon... Манки ящик есть. Мега ящик. Так, давайте ящик Dungeon Master откроем. Так. Ух, 59 монет. Марк Вольф обычный. Дружок-пирожок, не путай двери. Так, хорош. Bubble Jump. О, играть. Окей. Так, а как летать? Подожди, бро. В смысле, что заново? А куда нажимать? Где управление? Алло. Подожди, как делать? А, во. О, хорош. А, все, понимаю, ладно. Полетели. Оп, амонгосик нормально. Вот это заруба. Вот это игрище. Поехали, счет 7. Очуметь, сейчас мы денег с тобой тут заработаем. Не, ну эта игра просто супер, это шикарно. Вот Суперсал, вот такую игру надо было создавать. А, что они там создали? Уже неинтересно даже в этот Brawl Stars играть. Bubble Quaz, наше все. Все качайте, ребят, устанавливайте, играйте. Ты посмотри, посмотри, какая шедешка. 21 уже рекорд у меня, очуметь. Так, летим дальше. Ух, смотри, какой прыжок еще. Нормально, мангосик. Прыгай, так, едем дальше. Так, ну давай до 30, наверное, дойдем. И все, и будем умирать. Будем умирать, мало... Хотя, ладно, до 35 еще доскочим. Так, а что мне дадут за этот счет? 36... 37, о, ну здесь вообще не нажимать не можно. Или до 50 уже дойдем. Уничтожим 50 врагов, шедешки. Давай, 43, 44, вот, на, Эль Прима, получай. Я толще, чем Эль Прима, смотри, мой попец просто вообще шикарный. Так, отлично, 50, 51, все, умираем, нормально. Так, счет 51, спасибо. А что это 51 такое? Это монетки, это что? Изменить фон даже могу. Нифига себе. Смотри, какие фоны крутые есть. Ладно, вот такой поставлю. Так, в магазин пошли. Что мы можем за 75 монет купить? Ничего. Смотри, 1 250 монет стоит 30 гемов. What? 2000 выгоднее всего. 8000 рублей, серьезно? Это за реальные деньги?
Верни маме карточку и больше так не делай. Окей. Так, ладно, вот это что такое? А, за рекламку. О, Рекрум, здорово, профессионалы. Что вы тут делаете? Установить? Нет, устанавливать я это, конечно же, не хочу, потому что... Ну, что это, графика какая-то вообще? Ну, что это за игра? Ну, кто в такое играет? Вообще ни о чем. Бабл класс, вот эта игра, я понимаю. Ой, что это? Вообще, скример даже не испугался, а? Вообще не страшно. Угу. Yeah, that's what I thought. Run! Прикольненько. Нет, спасибо. Играть сами в такое Г я не хочу. Это какая-то ерунда. Так, все. И сколько я за 60 гемов. Отлично. У меня есть еще ящики. Классические. Слушай, давайте мега-ящик откроем, а? Смотри, 4 рекламы подряд и 260 гемов мне дадут. Очуметь. Ладно, 2 рекламы подряд. Давай посмотрим. А, подожди, а как? Я нажму, и она сама будет идти? Ну-ка. Давайте, если что, я это все вырежу. Осталась последняя реклама, ребят, и я получу 260 гемов. Отлично, я заработал 260 гемов, и у меня 320 гемов на счету, ребят. А вот это что такое, я не знаю, что за... Так, ну что, давайте мегаящики пооткрываем. Поехали, первый мегаящик. 82 монеты. Хуги-вуги. Обычные, мы его обогнали. Что? Что? Обычный? За 80 гемов? Мега-ящик? Смотри, какие у меня есть бойцы. Выбрать. Валентина Анатольевна. Очень нормальный боец. А это что? А есть Эльприма? Эльприма есть. Я хочу Эльприму. Хуги-вуги. Так, ладно, давай хуги-вуги выберем. Окей, пошли еще откроем. Мега-ящик. Давай, поехали. Еще один мега-ящик. 60 монет. И... Кега! Эпический боец! Не играйте с кегой! Хорош, эпика выбил, очуметь. Так, что я могу за монетки купить? А, 250 монет, 30 гемов, да вы серьезно? Ящик с Леоном? Давай откроем ящик с Леоном. Смотри, анонимус, 22 монеты и... Груша, нельзя скушать, обычный ответ на загадку. Да почему? Ящик с Леоном же у меня должен быть. Леон может не выпасть. А, спасибо. Спасибо, просто круто. Красный скин на Блюн. Блюн. Так, ладно, давай еще ящик с Леоном откроем. 49 монет и... Серьезно, уточка. Обычный. Че, палец, чучело? Хорош. Так, еще три ящика с Леоном открыл. А че мне? Так, кто это? Бумер. Обычно, жить тяжело и неуютно. Хорош. Так, ладно, пошли посмотрим, какие у нас Bubble Run есть. Так, ну за кого будем играть? За Хуги-Вуги? Ладно, давайте за Хуги-Вуги, наверное. Так, что делать? А, прыгать могу, нифига себе. Bubble Run. Ой, монетка! Да ты чё, Хуги? Так, ладно, перепрыгиваем, изи. Изи, хорош. Так, дальше бежим. Ой, хорош, ну машинки маленькие. Так, монетку берем, 10. О. Смотри, даже тут гемы можно зарабатывать. А где гемы-то? Что? Я врезался в машину. Реклама сразу. Эй, до свидос, рекламка, отстань. Счет 6 заново. Одну монетку заработал. Подожди, а сколько у меня монет теперь? Главное меню. Так, ладно, что у меня? У меня друзей нет. Да, обидно. Клубы нету, чат. Ошибки, что здесь вообще есть? ВК, Ютуб, Google Play. Так, окей, Bubble Pass. А как Bubble Pass купить? А, нифига себе. Катольд. Катольд, смотри. Нифига себе, бойца. Слава Беброу. Хорош. Вот это хороший боец. Слава Беброу. Так, ладно. Ну, слушайте, я... О, у меня 300 монет. Ничего себе. Я могу еще гемы купить. Давай 250 гемов. Ой, вернее, 30 гемов. И мы же манки ящик мы открывали. Давай манки ящик еще откроем. Итак, манки ящик, 32 монетки и... Биг Манки легендарный! Очуметь, легендарочку выбил! Вот это хорош! Так, пошли в бойцы Биг Манки. А где легендарочка моя? Вот это хорош! Легендарку сразу же! В первом же видео, в первой же игре. Эй, закроем этот менюшку свою. Ну, Bubble Run такой. Скоро еще, говорит, какие-то режимы появятся. Bubble Jump самый крутой. Ну-ка, пошли в Bubble Jump. О, Биг Монки, вот это. Вот это как раз, вот эти легендарки надо тут проходить. Вот это нормально, да. Потому что Биг Монки, он просто предназначен для того, чтобы все эти препятствия
перепрыгивать за счет своих огромных рук, ног, и он может цепляться за все эти, как они называются, я не знаю, что это такое, это бетонные какие-то площадки в воздухе висят. Да, это он типа прыгает по девятиэтажке, видимо. Давай, мы должны до самого верхнего этажа допрыгнуть. Окей, Биг Монки. Так, смотри, 24, еще 25. А, ну тут изи, просто прыгай, смотри, я вообще даже не направляю никуда. 28, ладно, до 30 допрыгаю. И все, Биг Монки, лети вниз. Отлично, счет 31. И что мне это дадут за это, 31? Сколько у меня было монет? 83 стало. Прикольно. А что вот это такое, я не понимаю реально. Так, магазин, бойцы, новости какие? Ошибка. А как Бабл Пасс пройти? 150, смотри, я что, не заработал? А что мне нужно сделать? Путь славы. Чтобы получить награду, необходимо нажать на него. После получения появится зеленая галочка. Один уровень Баба Пас равен 10 открытым ящиком. 10 ящиков, один уровень. Вы издеваетесь, нифига себе. 10 ящиков, прикинь, надо открыть. А чем не так? Ну я могу рекламку одну посмотреть, в принципе, и заполучить 60 демов. Ладно, давай сделаем это. Так, отлично, 75 демов. Давайте попробуем классический ящик открыть. Мы его, по-моему, не открывали. Так, 12 гемов. Ух! Трусы в виде свиньи. Обычные. Да, трусы. Да, в виде свиньи. Да, все их хотят, но у кого они будут? Хорош. Нормальный. Нормальный боец, я считаю. Так, анонимуса еще, что ли, пооткрываем. Да, давай. Анонимуса откроем. Так, монетки и... Босс анонимусов, легендарка! Очуметь! Очуметь! Две легендарки, ребят! Две легендарки за один видосик! Ящик Dungeon Master еще давай откроем. 10 монет. Хотелкин? Обычный. Хочу Оливье, а еще Редиса. По скидочке. Хорош. Так, где мой там босс легенда этих анонимусов? Очуметь, хуги-вуги. Босс анонимусов, смотри. Легендарен как Цой, но такой молодой. Хорош, выбираем этого чувака. Ну-ка в Бабл Ран пошли. Как ты тут будешь? Вообще, смотри, как он быстро бежит. А как прыгает высоко. Ты гля только. Так, 10 монеточек подняли, подняли. Еще десяточка. А где гемы? Дайте мне гемов. Побольше, нормально вообще. Ты посмотри, как я все эти машины... А, нет, блин, босс легендарок просто взял и врезался в какую-то бибику. Давай. Да что такое, что их задевать нельзя? Что это за машины такие, что задевать нельзя? Они что, электричеством бьют или что с ними не так? Так, ну вообще отлично. Хорош, а музяка-то какая? Это, по-моему, она с Бравл Старса. Так, ладно, что у меня там по монетам? 121 монетка. Блин, и опять нету гемов. Надо еще смотреть рекламу. Давай еще посмотрим рекламку. И еще откроем пару ящичков. О, нормальная котейка, ТикТок снимает. Так, хорош, 60 гемов есть. Так, какой мой ящик? Манки ящик. Давай еще манки откроем. Они, по-моему, все одинаковые. Манки с плеером, обычно, тихо, он слушает топ-5 громких отрыжек. Хорош, молодец, манки. Одобряю, классический ящик еще один давай откроем. И что нам выпадет? Блион! Серьезно? Легендарный Блион мне выпал. Легендарный боец, которого жаждет весь детский сад и начальная школа номер 12. Очуметь! Три легендарки за один видос, ребят. Я сегодня выбил, это просто жесть. У кого есть Блион, уже пишите в комментариях, ребят. Это же просто супер. Так, все, забираю Блиона. И подъем потом в Бабл Джамп, наверное, за Блиона уже. Ух, вот это он жесткий. Ты посмотри, а ульт-то какой. Гля, очуметь. Так, прыгай, Блион. Нет, да, молодец, зацепился зубами. Хорош. Чупа-чупс ему помог, видимо. Он палочка, видишь, он крепко в зубах держит чупа-чупсом прям. Чух и зацепился. Чуть вниз не улетел. Ух, ну что ж, на этом, я думаю, мы с вами закончим, ребят. Вот такое вышло видео. Снимать вторую часть или нет, пишите в комментариях. Это был трэш-обзор крутой игры Bubble Quest. Качайте и выигрывайте. Вступайте в мою группу Bubble Quest, которой нету пока еще, но вы все равно вступайте в нее. Вот, с вами был Максим, FunnyGames TV. Всем удачи и всем пока.
Мрр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 р